Check the mic and make sure it sound right, boy. Вот такая вот у нас компашка. Наша компания. Наша компания. Компания наша. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, простите, у нас тут раздит. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот мы на нашем озере. Только чуть-чуть показать свою. Что я бываю не одна в этой жизни. Иногда. Ребятушки, у меня сегодня двойной праздник. Первый алкоголь за 2,5 месяца. А у тебя что там? Это маргаритка. О, да. За лето. Итак, лето. Начнем. Весело. It sound right, boy. Ну что, начинаем летние фотоблоги? Софья, как? Тепло? Тепло ли тебе девица? Тепло ли тебе девица? Что-то я не верю тебе. А чему-то не могу тебе доверить. Первый раз сегодня полезу в воду. Вот, ребята, помните, я вам рассказывала про это озеро и про раков, как мой дед выживал на раках? Вот, собственными ручками споймали. Пойдем выпустим, жалко. Не, жалко. И будем мучить, выпустим животное в воду. Прощай, дружок. Пока, друг. Мы с тобой неплохо провели время, но тебе пора домой. Пока. Девочки, какие у вас ожидания на это лето? Много клубнички. Много клубнички. А как с путешествиями? Я полечу в Турцию. Молодец. То есть ковид нам не помеха, да? Нет. Да. Мария, какие планы на лето? Мария, я свободна, как ветер. Куда дунет, туда и... Какие планы на лето? Скоро вас ждет путешествие, друзья. Да, да, мы все покажем вам. Я тоже покажу что-нибудь. Это раз. А потом что мы будем? Чем мы будем? Мы ремонтом квартиры занимаемся, которая по наследству осталась для съема. А вон там наша Анитка играет. Нам так хорошо, солнышко уже опускается, а мы все еще на озере. Что с ним делать? Боже, ребята, лето. Не могу поверить, что лето. Такой обалденный период. И никакая корона нам не страшна летом. Мы будем зажигать этим летом, как и каждым другим летом. И без прививки. Такая наша позиция. Какое солнышко чудесное. Вау.
пока этот прекрасный день. Пока-пока-пока. Поехала с озера и решила остановиться в полях, чтобы набрать что? Цветочков. Да. Вернулась домой, счастливая, с нашего пикника на озере. И подумала, так классно, когда у человека есть друзья. И есть хорошие такие твои знакомые, с которыми ты можешь провести время. Хорошо провести время. Цените таких людей, любите таких людей, заботьтесь о них. Бережливо относитесь. И никогда не предавайте своих друзей, потому что друзья — часть вас, хорошие друзья. Это большое богатство, которое нельзя заменить никакими денежками. А у нас сегодня ночь, я накупал, и будем сегодня праздновать. Вон девчули сидят уже, девицы-красавицы. Девицы-красавицы. Вот такие у нас, ну, белые, да, все невинные, думаю, красивые. Девочки, да. Девочки, отвернитесь. Девицы-красавицы, празднуем сегодня ночь Яны Купалы. Да-да-да. Музыки нет? Музыка. Музыку наложу. Сегодня празднуем ночь Яны Купалы. Суйонем бисес. Маленькие неполадки, потому что нет мужика. О, нет, у нас мужик есть. Один. Простите, у нас есть мужик. Ну, он какой-то... Ну, давай, Аня, ты слабоватый. Давай. Аня, ты у нас самая опытная женщина. Давай. А и не надо крутить? О! Блаженно мальчик сделал свое дело. Боком его поверните, этого мальчика. Вот так. Такой у нас Йонас сегодня. Помощник наш. Небольшое ЧП, и мы перебрались в зал. Да-да-да. Почему? Потому что, к сожалению, соседям мешала музыка громкая. 10:25. Сказали, детки спят, надо уйти. Ну, мы сказали, 5 минут ушли. Будили бы себе жюри горовезы. За это мы и пьем. За хороших людей. Все, кто ходит. Погода нас... Плохие люди не ходят. Погода нас выгнала внутрь, но не только погода, еще хорошие соседи. Сказали, мы мешаем деткам спать в 10:25. Добрые соседи, хорошей вам жизни. Да? Спокойной ночи. Спокойной ночи, да. Мы, послушные граждане, перебрались внутрь, там еще будем тусить, чтобы никому не мешать. И погода, чтобы нам не мешала.
Короче, мы идем купаться. Мы решили, что нам надо купаться. У нас есть одна в красном платье, не по фэншую. Ну, сейчас 12:15, и нам Аня сказала, что святая вода. Да, вся. И надо купаться. И мы, короче... Я как дура вчера аквариум так мыла. Пофиг, что же этот, бля, жейбоя, русскоязычные мои люди. Сейчас я скажу, молния. А чтоб мы знали, что... Ой, боже. Идите тоже. О май гад. О май гад. О май гад. Анюта. Так, снимай. Шибой. Не упади то. Вот так держи. Держишь? Конечно. Ну, кейфандуа. Кейфандуа. Ух! Мы идем купаться. В день купала. Девочки чуть-чуть выпили. Они идут купаться. Аня первый пошел, второй пошел. Не, ну пасаки в жоде, но... Че пасаки в жоде? Сусидек субожена, ты... Я убью, сколько ли ты кетис? На фильмосе меня кипаш грыжей и ленду и ванью. Гери, палаук шранго шлапес. Ты в это число. Йоти? Mūsų gražuolė Božena. Я считаю, что надо пустить венок сразу. Не, не надо, сразу надо так и окунуться. А знаете, что самое главное? Божена, mūsų undinė, той pat panersi vandenį dėmesio. Не учите это, ну, все, мы почти святые. Я святая, я богиня. А самое важное в купанье намочить темечко. Здравствуйте. Он намочил. Боже. Как настоящие русалки, день купали, обалдеть, самый классный день купали в моей жизни, все по правилам, через костер прыгали, в воде святой 12 часов искупались.